Ну что, всех приветствую на канале Клон проектов. Весьма неоднозначный вообще проект Top Legends. Ну давайте посмотрим. Вообще напишите, как вам данная игра, потому что ни одного комментария по этому проекту я вообще не видел. А он уже почти у нас 5 месяцев на канале. Может даже и полгода. Вот, ну и тут, конечно, сложно двигаться, несмотря на то, что мы уже 117 уровень, а здесь 240 последний, хочу заметить. Давайте, знаете, что начнем? Я никогда не начинал, но попробуем сейчас сделать таким образом. Вот здесь кубики кинуть, посмотреть вообще, что выпадает. Какое-то, если честно. Давайте еще 5 кинем, на этом хватит. И там прибытие героев у нас надо тоже пооткрывать, посмотреть. Так, карточка, ну понятно, все традиционно падает, как в любом таком. 2 камня, окей. Здесь давайте призывать. Вообще зашел сюда сегодня, чтобы вам показать призывы. То есть, здесь мы уже как бы насытились, можно сказать, этими всеми боями. Наверное, даже не пойду в бои. Так, здесь, ну, смысла нету кидать за алмазы, потому что уже накопили. Вот. Давайте, собственно, сейчас организуемся. Сделаем доброе дело, но сначала в лавке купим все, что можно купить. Эх, здесь, к сожалению, не купить. Можно получить на арене, используя для покупки предметов лавки. Ну окей, но это на арене получаем. Надо там пробиться необходимое количество раз. Погнали сейчас здесь, раскидаем. Сотку призовем. Вот, сразу смотрите, золотая карта у нас в первой же десятке. Ангелина. Но она у нас есть, мы ее сейчас как раз возвысим. Можно разбавить дружественным, можно здесь. Но тут 8 штук мало. Давайте тут попробуем еще десятку. Поехали. Ну, сейчас максимально повытаскиваем. Понятно, что часто не будут золотых давать. Вот, поэтому сейчас вот попробуем хотя бы фиолетовым. Ну, очередная получается десятка. В принципе, неплохо по количеству. Мне даже нравится, что столько удалось собрать. Но не нравится пока ситуация, что здесь никак не добыть. Вторая, да, выпала? Класс. Ну, я чувствую, сейчас нас ждет прямо то, что нам нужно. Сейчас еще десятка. Давайте максимально сейчас подоткрываем. 20 штук осталось. Но я долго собирал очень. Я решил, ладно, вот сегодня сделаем такой призыв. Так, ну и того, сотку мы призвали. Что тут по итогам? А, ну вот здесь вот кубики, за кубики дали.
за звездопад, награды воина. Нет, здесь пока нет. Вот у нас фоном тут музыкальное сопровождение. Вот. Так что строго не судите. Все здесь взяли. Давайте, получается, тогда сейчас вот ее. Насколько звезд получается? На две, да? Ну, мы что-то активировали, только я не понимаю, чего. А, ну, эти перцов. Ну, давайте, кстати, попробуем вообще, как пойдет, не пойдет. Я имею в виду. Если пробить, кто помощнее-то у нас? Или вот этот перец? Странно, вот он вроде без звезд, но в целом смотрится как-то помощнее. Хотя здесь не получается его пробивать. Вот. Но это будем еще стремиться. Так, ну и вторая часть, что я хотел сегодня показать. Вот здесь навыки босса. Открылись чернокнижники, получают. Понятно. Ну и второе, вот здесь вот у меня получается на арене. Здесь команду ставим, естественно, подтверждаем. Вот, команда у меня неплохая, 3 900 000. В принципе, конечно, с этими огурцами не сравнится, но хоть так. Вот, ну и здесь на арене, кому интересно, собственно, получаем вот такой вот damage. Ну, с учетом того, что почти 2 миллиона, можем любых выбирать челов. Так, а у меня где-то стоит какой-то... А, ну вот этот посильнее будет, поэтому... Ну и тут сразу можем пропускать, в принципе. Вот. Ну и меня спрашивали тоже, где вот в лавке вот эти вот темы монеты храбрости, они каждый день даются за активное участие на арене. То есть вот, смотрите, у меня арена, за арену 700 дают. Хотя бы один бой надо проводить. В лучшем, конечно, случае в десятку, чтобы 1200 получать. И, соответственно, вот здесь вот в лавке покупать за 1200 свитки. Так, лимит тут 2, да? А, ну тут, слушайте, по одному свитку, а было раньше, по-моему, по 3. Что-то у меня такое ощущение, да? Ну, здесь фрагменты героев, то есть можно за 3000 взять и насобирать. Ну все, на этом заканчиваем. Вот, всех, соответственно, благодарю за просмотр. Стараемся активно участвовать все же. И, ну, соответственно, потом будут какие-то результаты. Я пока не могу вам сказать по итогу как, но если какие-то будут здесь интересные события, интересные призывы, то мы обязательно, соответственно, посмотрим. Так что давайте, все. Всех благ, всем удачи желаю. И не забывайте, что совсем скоро будет уже под 1000, и, соответственно, будет контент.